Вот уже пятый раз актер Брюс Уиллис готовится стать отцом. Информация появилась благодаря вездесущим папарацци. Как видно на снимках, супруга крепкого орешка, 35-летняя модель Эмма Хэмминг, находится в интересном положении. Напомним, для пары этот ребенок станет уже вторым. В 2012 году у Брюса и Эммы родилась дочка. Но помимо этого, как известно, у Брюса есть еще три девочки от первого брака. Их матерью является актриса Деми Мур. И кажется, всем интересно узнать, кого на этот раз родит беременная Хэмминг. Неужели Брюс станет родителем пятой по счету дочери? Тем временем Колин Фаррелл решил обойтись без всяких пронырливых репортеров и сам рассказал о подробностях его жизни. Правда, первым делом он проговорился о семейных тайнах, а если быть точнее, о новом муже его матери. «Я думаю, я достал ее, и она нашла себе хорошего мужчину. Они поженились полгода назад. Встретились всего год назад, так что любовь вспыхнула довольно быстро. Я встретился с ними однажды для серьезного разговора. Хотел узнать его планы на будущее. Ему 74, но у него есть будущее, значит и планы какие-то должны быть. Он чудесный человек. Что же делать, заморские нравы?» Также ирландский актер без всякого смущения назвал себя удивительно экономным человеком. Кроме того, знаменитость не брезгует бесплатными приложениями в мобильнике и просто обожает пользоваться бесплатными наборами гигиенических средств в отелях. Такой он актер Колин Фаррелл. Ну хоть не врет, и на этом респект. Впрочем, для того, чтобы узнать следующую новость, не нужны ни папарацци, ни какие-либо интервью. Трудно поверить, но одному из главных секс-символов планеты Брэду Питту сегодня стукнул полтинник. Как рассказали друзья именинника, свой 50-летний юбилей он отпразднует в кругу семьи. Напомним, за это время кумир миллионов стал лауреатом Золотого Глобуса и четырехкратным номинантом на премию «Оскар». В общей сложности актер сыграл более 60 ролей. Today's lesson, how to draw out the bluff. That much money, this early in the game, I'm saying he's holding nothing better than a pair of face cards. Bear? Стоит отметить, в Голливуд Брэд попал не сразу. Работал водителем, перевозчиком мебели и даже зазывал и в сети ресторанов. Причем в костюме гигантского цыпленка. Но сегодня он является не только востребованным актером, но и мужем красивейшей актрисы Анджелины Джоли. Кстати, в музее Мадам Тюссо было решено обновить восковые фигуры этой парочки 8-летней давности. Каждая из них обошлась организаторам в 150 тысяч фунтов. А мы присоединяемся ко всем поздравлениям. С днем рождения, дорогой Брэд, хороших картин тебе и послушных детей. We'll be right back.